Трагедия в акватории Волги. Три человека до сих пор числятся пропавшими без вести. Напомню, в минувшие выходные в Вольске столкнулись два катера. Из 8 человек спаслись лишь 4. Вторые сутки в районе трагедии ведутся поисково-спасательные работы. Подробнее в сюжете Екатерины Барковской. Поиски пропавших без вести в результате столкновения двух маломерных судов ведутся несколько часов. Водолазы уже неоднократно погружались на дно Волги, однако пока тела погибших так и не были найдены. Затрудняются поиски тем, что это произошло в зоне судового хода на фарватере. Это усложняется большой глубиной, более 10 метров. Также затрудняется тем, что проходят большие корабли и приходится уходить в сторону, а потом продолжать работу. Надежда найти живыми троих пропавших без вести практически равна нулю, говорят спасатели. Поисковые работы ведутся двумя группами уже вторые сутки. Сотрудники ГИМС осматривают прибрежную зону, а водолазы исследуют дно акватории Волги рядом с местом столкновения. Трагедия на воде произошла 2 августа около 10 часов вечера. По предварительной версии, моторный катер иностранного производства налетел на лодку марки «Прогресс». В темное время сутки не заметили друг друга и въехали. Почему это произошло, не могу сказать. Вроде бы у всех работали эти огни световые. В катере «Прогресс» находились 3 человек, 2 брата и сын одного из них. После столкновения они оказались за бортом. Тело 51-летнего мужчины спасатели обнаружили почти сразу. А вот его сына и брата ищут до сих пор. Пропал без вести и один из пассажиров 2-го катера. Остальные 4 получили легкие травмы. Кто виноват в трагедии, пока сказать сложно. Причины ЧП установит следствие. В настоящее время квалифицируются действия лиц, участвующих в данном происшествии. И квалификация будет уже в последующем при решении вопроса о возбуждении уголовного дела. Сейчас искореженные «Прогресс» и почти неповрежденный 2-й катер находятся на штрафстоянке. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить исправность 2 маломерных судов в момент трагедии. Екатерина Барковская, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.